82 уровень. Это вам не в тапки срать. Буду показывать своим детям и внукам, что такое бывает. Такое бывает! Слайд-шоу. Интересно, я выдержу этот уровень или нет? Чуется, что это последний уровень. Но вдруг? Ну а вдруг? Уже 5 кораблей я, так сказать, проебал. Да. Вот это, скорее всего, я проебу, который сейчас крайне летит. Все пойдут, скорее всего. Кто знает, у меня еще 15 жизней есть. На что я трачу свою жизнь, а? Да, все пройдут. Грустнявка. А вон там новые почти не задеты идут. Стратегия моя оказалась хуёвой! Будет ведь смешно, если в игрушке есть баг, и снижение хилсы как-нибудь привязано к FPS-у. Но вроде не похоже. Еще чуть-чуть! Еще немного! Сука, он ушел! Ну почти ж добитый был! Еблысь твою карусель! Уровень, скорее всего, я всрал этот. 82-й, последний покорившийся мне на данный момент. Эти тоже пройдут. То есть они уже такой, видите, точечкой фиолетовой. То есть они уже были телепортнуты. То есть им ничто им не мешает. Опции сосредоточить огонь нету здесь. Он бы наверх не сосредоточить огонь, но есть только стратегия, может менять, например, на last или на closest. Ну вот, то в данном случае это абсолютно бесполезно. Вот, у меня осталось 3 жизни, осталось 2, осталось 1. Эх, была, не была, давно это я просру, вызываем next level. И типа я уже на 83-м вейве. А если получится, и 84-й сейчас запустим. Да. Но на самом деле это
82-й, и он меня убил. 112 юнитов сейчас на карте. Я же ему next, так есть 84-й! 193 юнита! Еблысь, 1 200 000! Еблысь! А до этого максимум где-то 750 поднимал. Причем где-то там 740, 730. В общем, 750 тут такой потолок. Было ли у меня вообще 750? Не помню. Но теперь 1 200 000! Я не уверен, единственный я человек, кто дошел здесь вот до таких вот значений. Но я это собираюсь на GitHub выложить автор, пускай посмотрит. Во-первых, здесь явно видно performance issue. Во-вторых, сука, если такой умный, пускай скажет, как пройти свою игру. Ну и да, performance issue здесь, ну, просто тлен. Интересная игра тем, что можно уже после гамовера наблюдать за происходящим. Чем, собственно, я и занимаюсь. Именно, кстати, для этого это я и жал next, next, next. Интересно, а если звук убрать, лучше будет? Я нажал меню, меню не нажалось. Как вы видите, тормозит даже меню. Ну, без звука не сильно, я бы сказал, лучше, как было слайд-шоу. Так оно и осталось. Хотя вроде бы немножко побыстрее. Но это чисто субъективно. Казалось бы, примитивная игрушка. Я на нее столько времени своего трачу. Может быть, я ее даже перепишу, баги исправлю. Не факт, конечно. Да и зачем? Хотя как зачем? Чтобы прокрастинировать основные свои проекты, которые нужны мне, которые, возможно, мне принесут денег, счастье. Вот. Вместо этого я буду заниматься этим. Это звучит вполне разумно. Ну что, 75 юнитов осталось. 69. Игра становится все быстрее и быстрее. И FPS-ы растут вроде как. Есть! Один кораблик подбили! Опа-опа-опа! Уже что-то похожее на анимацию пошло! Ух ты! Ух ты! Осталось 14 юнитов. Ну, естественно, можем даже включить полную прорисовку. В
Вот такой вот он агамовер. Ну, 1 200 000 – это вам не в тапки срать, скажу я вам. И к этой конфигурации я шел не один год. Также хочу сказать, что здесь все честно. Никакие чит-энджины или патчи применены не были. Попробуйте хотя бы этого, добейтесь.